Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру Pets. Ну что ж, приступим, наверное, сразу к бою. Так, у меня робот с жалом. А у него вот этот, значит, хмырь, да? Ну давайте посмотрим, сможем мы его разобрать. Я думаю, с жалом без проблем. Понеслась. Да хорош, успокойся уже. Ёлки-палки, у меня жало вырвало, а? Гад. Ну-ка, давай его туда. Да хорош дубинкой своей уже бить. Ёлки-палки, обшивка с головы слетела. На, получи по чайнику. Блин, без рук остался, одна рука только. Давайте его туда, к циркулярке. Ну, пили. Отлично. Ну что ж, первая победа за нами, и это хорошо. У меня 164 ранг. Поднимаюсь потихоньку. Кто следующий у нас будет? Ёлки-палки, тот же самый, только уже в броне. Давайте глянем, что у меня есть вообще. Так, ну что, черепушки, как и раньше. Здесь я ничего не смогу сделать. Так, корпуса фигня все. Ну давай быстрее ты. Что у нас тут можно апгрейдить? 50 золотых. Ладно, но меня что-то, честно говоря, не устраивает. Бить сверху кулаком. Давайте, наверное, так и оставим, как было. Только вот немножко хочу, чтобы он пониже бил. И что-то у меня не получается. А это, о, это высоко, больно высоко. Давайте пониже. Слишком низко, блин. Вот так, я думаю, будет самое то, да? Принимаем. И давайте, наверное, посмотрим, что на этот раз у меня получится. Черт, ну он бронированный гад, а? Ну-ка, кто кого? На-ка, ходовую я ему начал сносить. Ух ты, как лихо-то я его. Так, давайте его туда поближе к циркулярке. Он все-таки машет, сопротивляется, гад. Все. Долго он не повоевал. Я хочу, кстати, сделать нон-стопом сегодня как можно больше боев. 154 ранг провести, поэтому будем специализироваться на боях. За видео, да? Ну что ж, давайте глянем. Ну и что вы мне дадите на этот раз? Ну что такое, надо выйти, опять зайти, и только после этого откроют нам, да? Хитрожопый. Ладно, глянем. Ну, деньги, это понятно. Ага, корпус, ходовая, еще одна ходовая. Это что такое, не знаю я. И чип. Ладно. Так, ну-ка давайте-ка зайдем-ка глянем, что это такое нам дали. Я так и не понял, я думал голова, но походу дела нет. А, это корпус, ребята. Корпус, ну знаете, такой. Не очень хороший, но в то же время не очень плохой. Тестить я, наверное, пока его не буду. Наверное, поставим, который у нас и стоял. Немножко его проапаем. И продолжим тогда, наверное. Так, что у нас здесь? Ничего, по ходу дела, нету нового, да? И шасси. Даже и не знаю. В принципе, меня вот это шасси, которое сейчас, устраивает вполне. Давайте пробовать. Ну, главное сбить все. Вообще моментально, ребята, я его разбиваю. Без каких-либо проблем. Иди туда, под пилу. Ё-моё, ну почему у меня так быстро это жало? О, ничего себе ты, бр... Да ты еще и акробат, оказывается, у нас, да? Блин, а это очень неплохо, ребят. Смотрите, вон там что-то прыгает. И в то же время я под пилой нахожусь. Ё-моё, ну-ка давайте его туда. Спиной его. Опачки, это как так получилось? Он победил же, да? Да, ребята, он победил. Чисто случайно дубинкой своей голову снес роботу моему. Ё-моё. Ну, давайте смотреть далее. Ох ты, а этого я очень быстро расклепал. Что он там прыгает, попрыгунчик у меня. Давай туда. Ёлки-палки, жало сняли. Вы видели, что произошло сейчас, ребят? Жало скатилось и прямо ему в чайник. Да, неожиданная победа. 154 ранг. Опять такой же, что ли? Так, опять я не видел. Не хочу я сейчас смотреть. Давайте с вами сразу продолжим бой. Ну-ка. Давай его туда. Отлично, ходовую снесли. И все, и он стал ватой. Просто ватой. Да почему так быстро слетает-то у меня оружие, а, ребят? Ну, не дело. Давай его туда. Трясуем. Все, победа очередная за нами.
Замечательно, у меня 139 уже ранг. Я поднимаюсь потихоньку, поднимаюсь. И кто следующий? Опа-на! Нормуль. Так, новый вид щита, новый вид оружия появился здесь, да? Ну-ка, давайте-ка. Главное, чтобы по чайнику не дал. Фу, да он вата. Несмотря на то, что был в броне, ватник еще тот. Так, хорош, успокойся, блин. Давай голову свою туда под пилу. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Сопротивляется, гад. Но, как вы поняли, что это бесполезно, и мы его победили. 125-й ранг. Вернусь ли я на свой прежний 85-й или нет? Так, ну, этот гаденыш с щитом. Будем пробовать. Понеслась. Щит, конечно, это плохо. Но меня больше беспокоит его на вот этот вот палец. Все, он валяется у нас. Кстати, да, ребят, когда я понял, бью вот этот мусор, что валяется, оружие тоже от этого у меня портится. И победа за нами. Ух ты, как он там развеселился на пиле на этой. 115 ранг. Продолжаем. Кто у нас тут? Оу, кот с двумя кулаками. Ну что ж, давай посмотрим, насколько ты хорош. Так, хе-хе. Блин, обалденно у меня жало настроено. Просто сразу сносим ходовую. Ну, а дальше, как видите, распинываем его. И он проигрывает. Даже супер броня не помогает им. 105-й, замечательно. Все ближе и ближе к своему рангу. Так, а здесь, смотрите-ка, хитро. У него тоже жало и кошачья лапа. Но у меня-то щит. Так, кто кому быстрее жало собьет, а? Ну, отлично, мы сбили, блин, одинаково. Все, да он вата. Я его практически распластал. Сейчас осталось только его туда подкатить. Ну, хорош уже сопротивляться-то в самом деле. Все, разбомбили. Слушайте, нифига, у меня победа за победой. 96-й уже. И кто у нас следующий? Так, с двумя цепочками здесь, да, значит? Ну, опасный типок, конечно. Так, тихо. Главное, чтобы дубинкой по чайнику не заехал этой. Да хорош ты, угомонись уже, блин, а? У меня жал... Вот этого, ребят, я и боялся. Чего боялся, то и получил. Блин, и опять упал, а? Не фарт. Так, ладно. Здесь у нас опять с жалом. Вы смотрите, мне такое ощущение, что игра просто под меня уже подстраивается. Ага, о-о-о. Да отцепись от моего щита. Да хватит уже на голове-то прыгать. Нет, тут уже специально начинается все это, чтобы я только проиграл. Как он, какого хрена он вообще прицепился к моему щиту, я его поднял, он начал прыгать на голове у робота. Упырь, блин. Ну, а здесь что? Так, о! А как так быстро? Я даже, честно говоря, я не понял, что произошло, но разлетелся он замечательно. Ладно, продолжаем. Ух ты, у меня бокс открылся, ребята. Ну-ка, давайте глянем, что в нем. Ну, деньги понятно, ходовая, корпус, лапа, еще одна ходовая и чип. Ну, сгодится, короче, скажем так. Ну, а здесь 2 часа, тут надо за видео. Ладно, будем продолжать бой. Опять с жалом, а? Да на ты, гад! Вот, валяйся там. Главное, щитом не дать ему тут подпрыгнуть. А то, я смотрю, они любители здесь подскакивать и прыгать потом на голове. Давай, под пилу. Все, шикарно. Победа наша. 97-й. Осталось совсем маленько, и мы вернемся на свой прежний ранг, который у меня был раньше. А что, опять мне с ним, что ли, драться? Почему не поменяли? А? С какого перепуга, блин? Давай, хорош тут выделываться. Толкаем его туда. Собака, он еще вскочил, а? Он еще даже совсем ничего. Ну. Да какого фига-то? Мы победили. Потому что чайник, я смотрю, целый у робота, так что... Ну не томи, давай, что ты там заглючил? 91-й ранг, да, победа была наша. Ну, с таким... А, вот оно что. Ну,
я думаю, победим, наверное, мы этого сосунка. Сейчас посмотрим, кто у кого быстрее жало выбит, тот и победил. Так, он что-то там брыкается. Брыкается, блин, причем как он удачно бьет-то, а? Давай. Пила, ну! Ну что ты там делаешь? Тихо. Отлично, победили. Только лапы и отскочили в разные стороны. Вот он, ребят, я переплюнул сам себя. И я на 83-м ранге. Опачки. Слишком высоко у него вот эта вот дубинка. Это плохо. И как-то он слишком быстро ей машет. Ладно. Оу, хорошо. Пускай он там и валяется. Теперь его подталкиваем потихонечку. Ну хорош ты уже выделываться-то, а. Давай, разбирайся уже. Есть. Очередная победа за нами. Ну что, оу, 74-й. Ха-ха. Интересно, что будет, если я на первое выйду, а? Там, наверное, будут такие зубры, что фиг пробьешь. Поехали. Так, вот мне не нравится, что у него и дубина, и жало. Опачки. Нет. Не надо вот это вот делать. Блин, да смотри, что творит. Причем я вообще его не разобрал. Говнюк, блин. Да, тут, конечно, 83-й, ладно. Один проигрыш можно еще как-то стерпеть. Ну-ка, кто у нас тут? Опа-на, нифига себе кулак, смотрите. Что у нас получится? Главное, сбить. Да, конечно, сбили. Нет, ну, руку разбомбили. Тем не менее, у него это еще фигня, я не знаю, как ее назвать. Но мне не нравится, что он ей машет. Да давайте туда уже заныривай. Хорош уже, угомонись, блин. Так, корпус уже почти разобрали. Ну, броня слетела, это точно. Все. Хе-хе. Корпус уничтожен. 74-й вернулись. Отлично. Кого дадут на этот раз? Ух ты, уже пошли зонтики в путь. Ну, я думаю, зонтики-то фигня. Оно, наверное, как жало, только... Нет, не как жало. Намного хуже. Но, тем не менее, он брыкается еще. Оу, как так? Ё-моё, блин, ну... Мы же победили, да? 69-й шикандос. Ну что, наверное, сделаем, ребятушки, последний бой. А может быть, не надо. Жалко мне терять ранг. Мы просто можем с вами продолжить в следующий раз. Ну что ж, ладно, ребята, на этом буду завершать. Мы увидимся в следующей серии, а на этом все. Всем пока.